Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Михаил. Продолжаем играть в живую сталь, но сначала я хочу приобрести все-таки покраску роботов. Вот, как это красиво выглядит, вот смотрите цены. Ну, я уже хотел, думаю, раз такой эпичный момент, нужно его записать. Не знаю, как по интернету у меня пойдет сейчас, потому что бывает, что интернет мудит. В общем, купить сразу. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, заказать и оплата. В общем, не часто я покупаю такие вещи, и для меня это все ново. Прямо вот если по PlayStation Store я покупаю, да, периодически. А вот так вот чисто через игру там. И как он пройдет сейчас? Ну, должно пройти, в принципе. Оу, друзья. Загружаем, в общем. Я пока немножко начало введу, потом паузу сделаю. В общем, по поводу бойцов-роботов сейчас сделаем так. То есть я комментарии прочитал, ну, мало было комментариев по поводу боев, с кем мне сразиться. В общем, один подписчик мой написал, что Ашра против Эмбуша. Ну, в принципе, я согласен с этим. Я попробую. А сейчас пока я сделаю паузу и... Блин, смотрите, как долго ждать это. В общем, давайте сделаю паузу, а там посмотрим. Короче, друзья, скорее всего, это будет очень долго, очень неприятный процесс. Я его отменил. Да, то есть загрузить в любой момент смогу. Не смотрите, что тут цена стоит. Стоит, я же его купил. Вот. Она потом меняется. То, что у вас загрузка есть. В общем, я переподключу интернет. Вон, видите? Фуршасет. Короче, что это означает? Я посмотрю. В общем, типа, это у вас есть коллекция. В общем, подключу по кабелю и быстро загрузить, потому что через Wi-Fi невозможно загружать, вы сами видели. В общем, ну, по крайней мере, я это сделал, я давно уже хотел, но как-то, знаете, с интернетом так вот грузит, что-то не входило, в общем, и не стал париться. А сейчас сделаем то, что я говорил. Эмбуш против Аши, у меня даже смс-ка. Все сделано, все прошло. Вот такой эмбуш или амбуш. В общем, и вот не знаю, как я буду с Сашей биться, он силен, он крут. Сейчас проверим. А, кстати, у них стойки одинаковые, друзья. Если заметили, ну, по крайней мере. Да, блин, не ту кнопку нажал. Ну ладно. Вот эту вот кнопочку я хотел нажать. Плёсткий удар такой. Блин, что-то у меня геймпадик опять. Блин, не в ту сторону уходить начал. Держи, братан. Еще, наверное. Тут он уже блокирует. Он не дурак, на самом деле, друзья. У него очень хороший интеллект. Он чисто компьютерный. Они очень хорошо дерутся. Кто смотрит первый раз, блин, он один из самых лучших бойцов, я считаю. Это Пикси и вот этот вот Ашра. Ашра, чем отличается, он очень быстрый. Прямо, ну вот, просто очень быстрый. Вот. И хороший у него действительно интеллект бойцовский, что он как хищник. Если он начинает бить, друзья, он добивает. Так что лучше не попадаться ему. Так вот его. А так вот его. И промазал, да. Вот так вот он умеет уворачиваться. Даже несмотря, что он проигрывает сейчас, он меня может уничтожить просто. Вот сейчас. Так, блок ставим. И давай. Оу, ей, я его еще уронил, друзья. Да, блин. А, не на ту кнопку нажал. Ах ты, елы-палы. Если ты ему, я помню, как делает. Ну, хорошо. У него выносливость, друзья, не уйдет, на самом деле, он... Очень выносливый. А, так вот, смотрите, он не падает после ударов.
Да, это у меня, друзья, геймпад кипит. То есть я нажимаю блок отходить, и он начинает вот такие приемы делать. Ну ладно. Геймпад я, наверное, скоро приобрету, так что вы не пишите мне, купи новый геймпад. Я знаю. Оу, полетел. Смотрите, я его бил, а сейчас смотрите на мои жизни и смотрите на его жизни. Это блин, шок, друзья. Я его очень сильно бил. Странно. Вот добил. Таким вот ударом закончить этот бой. Ну, хрен его знает. Оу, выносливость моя ушла. Это плохо, друзья. Потому что мне не увернуться от таких ударов, которые даже блок пробивает. И... вот так вот, валим его. Первый нокдаун у него. У меня тоже, по-моему, один нокдаун есть. Я поближе к себе. Поближе микрофон пододвинул весь. Не сильно громко слышно жужжание и движение. В общем. Ну что? Получил ты свое, друг. Атаку. Сразу же. А, нет. Ах, опередил я тебя. Это хорошо. Смотрите, не падает же. Вы же все-таки здоровый, а? Да, у него очень сильный удар на самом деле. И он очень хорошо его держит тоже, если вы по нему попадаете. Да, не сравнить, конечно, как держит Фикси эти удары. Там вообще танк, который не пробит. Вот, но для такого быстрого робота он очень опасный. Вот смотрите, вот оно начинается. Тихо. Вот этим ударом не хотелось попадать. Все зубы выбить. Вот так вот апперкотик. Красивый был апперкот, кстати. Ничего, сейчас. Кстати, уже не надо падать. Уже я стою медленно. Давай, 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 давай. Отлично. Блин, смотрите, в блок попал. Тихо, тихо. Ах, без руки оставил его. Ну все, он сейчас... Не думайте, что он на самом деле сломался. Он, видите, вот так вот может. Он меня и уронить может одной рукой. Но мне легче будет, скажем так. Я не знаю. Давайте я увеличу силу удара. На всякий случай, вдруг я руки лишусь. И мне придется тоже его одной рукой бить. Хотя у меня опасность две руки. Но это фигня. Он не доживет до этого. Сейчас я понимаю, что я его буду бить. А может он меня будет бить. Вот так. И он не падает, офигеть. Прям под удар, да. Да-да-да, больше нельзя так делать, друзья. У-у-у, тихо-тихо-тихо-тихо. Видите, каждый в один удар. Оу, вот оно счастье. Счастье есть, его не может не быть. Друзья, в следующей серии я обязательно закачаю раскраску. Я уже, то есть, не буду это показывать, как делается. Вы все видели, да, я купил. Вот, закачаю по-быстрому, потому что скорость интернета через Wi-Fi у меня иногда ужасная. Вот, и может покажу вам раскраску и сам посмотрю на нее, потому что я ни разу этого не делал. В общем, всем спасибо, кто меня смотрел. Кому нравится, пальцы вверх, комментируйте обязательно, друзья. Я комментарии очень люблю. Пальцы вверх я тоже обожаю. В общем, ну а с вами был Михаил. До скорых встреч. Пока-пока.